Детский телефон доверия на сегодняшний день – это настоящая палочка-выручалочка для детей и подростков, которые попали в сложную ситуацию и желающих получить ответы на свои вопросы, а также и для родителей, не знающих, как помочь своим детям. Более подробно вы узнаете из рубрики «Для вас, родители». Большинство людей когда-либо испытывали душевную боль, тоску, обиду или безысходность, когда проблема кажется неразрешимой. В такие моменты не всегда знаешь, куда и к кому обратиться за помощью. Близкие люди иногда не понимают, у них нет времени выслушать или они просто далеко. Да и не с каждой проблемой подойдешь к маме или позвонишь другу. Именно в таких случаях может поддержать телефон доверия. Опытные психологи готовы оказывать помощь любому члену семьи, вне зависимости от того, с какой проблемой к ним обращаются. Единый телефон доверия поможет также мамам и папам, которые не знают, как правильно отвечать на вопросы своего ребенка и как вести себя с ним в сложных ситуациях. Когда вы решите позвонить на телефон горячей линии, вам, конечно же, ответят специалисты. Специалисты сидят обученные. Это психологи, которые не раз сталкивались с проблемами, которые знают выход из проблем, из любой ситуации. Они подскажут, они помогут, так как это специализированные люди. Что вы получите, позвонив по номеру телефона доверия? В первую очередь, конечно же, это живое общение, которое нам очень важно. Это свободные уши, которые могут вас выслушать, которые могут вас понять, поддержать. Этот человек знает и может вам подсказать, как выйти с трудной ситуации. Также у этих людей, психологов, которым вы сможете позвонить, есть база контактов. База контактов может вам дать возможность обратиться к специалистам, если вам это будет необходимо. Вам не нужно скрывать степень своей проблемы, вам не нужно додумывать, как бы это правильно сказать, озвучить. Вы можете не стесняться своих чувств и эмоций и высказать все свои проблемы обученным людям по телефону доверия. Это всегда быстрая помощь. Прежде чем поделиться с кем-либо своими проблемами, хочется быть уверенным, что этому человеку можно доверять. Часто ребята, которые задаются вопросом, действительно ли о разговоре никто не узнает, имеют опыт предательства. Когда-то они поделились своими секретами с близкими или друзьями, но в результате об их тайне или проблеме узнали все. В случае обращения на детский телефон доверия этого не произойдет. Психологи получают только общие сведения, которыми вы делитесь с ними по своему усмотрению. Чтобы получить консультацию психолога детского телефона доверия, не нужно заранее записываться и ждать приема несколько дней или даже недель. Нужно просто позвонить по номеру 8 800 200 0122 и дождаться ответа консультанта. В ситуации полной анонимности и конфиденциальности вы узнаете, как строится беседа с психологом, какие вопросы вам могут задавать, проясните для себя, нужен ли психолог в решении вашей проблемы, чего можно ожидать от общения с ним и чего не стоит. Если же вы почувствуете, что хотите завершить разговор, потому что еще не готовы к нему, то можете прервать звонок в любой момент или рассказать о проблеме и вместе с психологом преодолеть тревогу, стеснение и стыд. Телефон доверия – это спасительная таблетка, начало решения проблемы. После обращения вы сможете без лишней тревожности и напряжения начать искать пути для выхода из ситуации. Устранять причину обращения все равно придется вам, но всегда гораздо легче это сделать, зная, что ты не одинок.